Доброго всего времени суток, с вами Texer, Microsoft Flight Simulator, с дополнением NeoFly, продолжаем коммерческие полеты, и исследовал я вроде как в сторону Волгограда. А вместе с тем, во время, пока я, так сказать, не снимал, я, естественно, эксплуатировал своего NPC-пилота, и у нас тут появилось некоторое количество денег, 266 тысяч, и плюс сейчас он у меня чешет с юга к Волгограду. Он вот в области у меня летал и зарабатывал. Соответственно, а я могу сделать что-то интересное со своими самолетами, где я есть. А я в Тамбове. Да блин, чё ж так увеличил-то? Нингельс. Урюпинск. Харьков, Воронежский. О, вот Волгоград. Ну, далеко, но мне куда-то туда. Но сначала давайте посмотрим самолет. То, что я хочу купить, называется... Ой, какой интересный кукурузничек. Пиц. Ну, со скрытой кабиной он маленький. 475 загрузка. Так. Я помню, что он бобер. Тоже хорошо. Ищем. Да, Heavyland. Бобер. А та убамженного бобра нету, которого я хотел купить. Казани. Где-то там возле Белгорода. Не, ну это дорогие. Я хотел... За 200 с чем-то тут был такой бушный, хороший. 344 до хренища. А это вообще по всей. А он все равно автоматом ставит. Я не могу поставить. Ладно. Тогда знаете что? Тогда просто летим в сторону Волгограда. Опять потерял. Вот он. Так, на меня берем. На меня. О, какое хорошее. Сразу прям. Где я сегодня? А, нет, я внизу наоборот. Так, Тамбов. Мне вот туда. Ну, в принципе, сойдет. Я бы вот кучу полетел как-нибудь. Нет, там уже днище все. Вот меня устраивает. Че тут везут? Пассажир. Говорит, обломись, мне говорят. Грузнее. Так, сколько там? Вот ТП, вот это вот. 148 миль. Час полета. Мне полбака-то хватит. У меня полбака-то и есть. А сколько мне не хватит? Давайте вот, вот так вот, вот вылим чуть топлива. Да, сольем-то, потому что. А все равно не хватает. А сколько надо-то? 612 фунтов. Смотрим сюда, смотрим сюда. Да, хватает. Ну нет. 867 фунтов она поднимает. Ну чё вы вообще? Ладно. Издеваются. Ладно, ладно, ладно. Ну 867 тут правильно стоит. Или это 3 пассажира плюс 612 фунтов. Да до хрена. Ладно, смотрим туда дальше вниз. Тогда по дешманским пойдем. Нет, мне не влом и... Просто долететь. Ну вы что, серьезно? Вот. А, ну это да, тебе в Энгельс. Вот это что у нас? За 4 косаря. Смотрите, я опять не могу поймать. Вымораживает. Ну тут вообще можно топливо кот нассал сделать.
Сливаем. Смотрим. Хрен там. Подожди, 612 тоже хрен там, да? Вот этого можно. Слушай, у меня какой-то днищевый самолет, я по ощущениям. Может, не 867 это может ставить. Тут направление полетов очень странное. Прям вот очень. Вообще пипец. Так, хорошо. У меня есть еще одна мысль по поводу сертификатов. В Рязань, спасибо. Вот, 82 мили. Да блин, почему все на север, а? Можно на юг, чтобы по пути было, чтобы я как-то по пути все это сделал. Не, похрен, все на севере. Все сертификаты здесь. Не, ну, наверное, тут тоже есть. Да, жопа. Не, я могу просто полететь. Ладно, давайте, вот это самое нейтральное у меня получается. Чтобы это ни было. Да. Погодите, что это было? А? Что случилось? Да. Это был за 4 с чем-то, я помню. Под Липецк аж. Вот, вот, вот сейчас было. Вот, вот оно. Привезти трех пассажиров. Все, поехали, нахрен. Полоса большая, все нормально. Так, беру. Из Упока в Усис. Упок, Усис. Погнали. Время сдвинем. Упок, 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 упок. Взыщил. Тоже звучно звучит, конечно. Упок, упок. Пум. Да не ВВП, не ВВП. И что там у тебя с подгрузки-то? Вылет. Да. Мне один из зрителей дал кучу ссылок на самолеты, на планировщик полетов. Проблема в том, что вот в том кукурузнике, который я хочу купить. Так, как сгинуть-то отсюда? А, вы не видите. Ну так можно. Вот так можно сгинуть. Кстати, у меня это... Сейчас. Настройки. У меня в окне оно. Почему-то. И это непонятно. Сбрасывается собак. Полный экран. Клиница меня. О, отлично. Время опять ушло. 11, давайте. У, Тамбов какой большой. Я слишком близко к нему подошел. Ну ладно. Так. Усез. Через С, да? Упик. У хрена. Усез.
Все резни. Да. А что, перонов тут нет в этих селезнях-то. ВПП. Все. Ну ок. Что скажешь, полетели. Welcome back, Captain. It looks like the weather is perfect for flying. Welcome back, конечно, Кэптон. Так. Transporter from dispatch. It is passenger mission waiting for you. The boarding will start as soon as you are at the boarding parking. А у меня проблема по весу. Transporter, boarding has started. Да, как у тебя boarding started? Ой, у него колеса что ли сверху? А, нет, тут звук пиар. Я про красный самолет сейчас не понял. Но, тем не менее, пассажиров мне в салон пихают. Сейчас добавим, нормально будет. Но бонуса мне не видать. Тут собаки, да? Надо было заранее заботиться. Самолет загрузить надо. Да погоди ты, сейчас с весом разберемся, что ты сразу-то. Можно лететь. Так. Игра. Загрузи мне, пожалуйста. Так, вес. Ла-ла-ла-ла-ла. Пойдет? £180,000. Нормально так. Загрузочка-то у нас. Полная, что ли? 57 еще. Ну, ты ж. Все, нормуль. Все зелененькое. Да. Все. А единственное, что может быть у меня по топливу беда. Ну ладно. Кстати, вот смотрите, все, всего на 4 превышения. То есть мне реально много не загрузить. А, нет, вы не можете смотреть. Вот. Видите, превышение чуть-чуть. Мне реально много не загрузить. Увы. Ок. Пом. Ну что ж, погнали. Альтернатор, батарея. Авионика пошла. А, наоборот, она задвинута. Не переживай, сконтактируем с Тауэром, в том числе. Так, все есть. Че, погодки-то? Нормальная погодка. Ну, это так, для красоты. Так. Я опять лоханулся. Я навигатор не включил. Ну, навигационные огни. Ну, что поделать. Петушка. Петушка. Яркость приборов. Больше ничего нет. Подзабыл. Малость. Так. Ок. Чем мы тут будем делать, автопилот? Кстати. Не эта кнопка. А какая? Это вообще непонятно, что за кнопка. Вот это? Вот это. Вот это. А, верхняя. Все, понял. Ок. Че, АП? Нет АП. Выключил я АП. Успокойся. Директор не выключу.
Я прям просто вспомнил, как кнопка вспыла, включается. Так, прекрасно. Давайте резвиться с высотой. Разогнался. Лететь недалеко, но 2800 стран. Да? Ну так, 3. Все. Штурвал, пошел нафиг. Да, не видать мне как своих ушей. Бонуса. Идет этот. Ну, увы, увы. Подзабыл. Слушайте, а тут этот антиобледенитель-то нету. Лыжи. Нету антиобледенителя-то. Вот так мало всего. Да вообще ничего нет. Ну ладно. Наверху тоже ничего. Ну и обледенивает на здоровье. Возможно, автоматическое. Так, айда общаться. Uniform Papa Oscar Kilo Traffic Texer 001 is taxiing to runway tree 4. Сюда, да? Ну, короче, мной никто не интересуется. Вообще. Ручник отключаем. Поехали. Мужик, уходи. А, не, он нормально, маршрут нарисовали. Я уж думаю, никому не надо. Ну ладно. Так. Закрылочки. А вот, вот это очень неудобно, что меня не свернули. Да, я тут осваиваю кнопочки. Я теперь могу одной кнопочкой переключиться туда. Наружу. А вот обратно меня в педали засовывают собаки. Ну-ка, вот так, если я сделаю. О, так не в педали, она запоминает последнюю камеру, я понял. Ну, поехали. Странно, что у меня вот тут ноль кажет. Ну, ладно. Я вроде питошки включил. Все хорошо. Аэродром вот такой нормальный. Ну, асфальтовая полоса, все дела. Что они не хотят со мной общаться, я даже не знаю. Ну ладно, сами понимаете, взлет-то будет без проблем. Носок вправо висит. Хороший ветер вправо, но не очень хороший. Носок пополам. Да не, почти целиком, надут. То есть я полечу против ветра и там, ну а если там против ветра садится. Так, таксишка. Посадочки тоже на самом деле не нужны. Так. Хотя, по правилам, наверное, нужно. На запад.
Oscar Kilo Traffic Texer 001, taking off runway, Tree 4 West Departure. Им пофигу. А, я думаю, тут африканцы работают. Так, надеюсь, они не на лыжах едут. На лыжах по асфальту было бы странно. Проснулась. А, нет, это проснулась, это как ее. А, приложение. Так. Да don't sink, успокойся. Так, высоту я задал, отспил, включил, нав. Эй, чё? Подведу вручную его к этой линии фиолетовой. О, стал бы дальше. А я тогда на такой высоте не летал. Я обычно выше. Что тебе не так? Мне слышится don't sink. Там же не должен. Ну что? Нав. Высота, все хорошо. Но навигатор подхватил. Так, вертикалочку давай. 200, нормально. Автопилот на GPS работает, все хорошо. Погодите, мне интересно, я на лыжах взлетал или не на лыжах? Не, на лыжах вот так. А вот это вот на колесах. Все хорошо. Летим. Ну, тут близко все. Можно было даже не подниматься выше. Так, селезни. Можно запрашивать, я думаю. Селезни. А на какую я летел? На 270, мне кажется. С полной остановкой. Сообщаю положение. Uniform Sierra Echo Zulu Traffic Texer 00111 miles east 1300 feet inbound to land runway 27. А им тоже пушку. Так. Круг нарисовали. Мне кажется, я могу болт положить на этот круг. Ты большой. Вот действительно, вот посадка в круг надоела. С вензелями. Я свой планировщик.
Я думаю, будут без этого заходить. Потому что там есть схемы для навигатора. Вот, с заходами, со всеми этими сарками. Вот. А вот этот топорный их заход, причем тут, там заходы есть привязаны к реальным аэродромам. А вот этих топорные заходы, которые зачастую сквозь гору ведут и так далее, нафиг. Я вообще отключил, но я боюсь, что вместе с ними отключится и рулежная вот это вот, куда там ехать в аэропорт. А мне это не нравится. Так. Давай вертикальную скорость уберем. Хорош. Стабилизируйся. Ну что, везем пассажиров. Тут близко все. Все, надеюсь, может оттуда будут какие-то заказы поинтереснее. На паузу ставить не буду, потому что мы уже почти прилетели. Круг идет в сраку. Долечу и сяду там. Я уже вижу, там заход оттуда. То есть должен лететь за аэродром, оттуда вот так по кругу. Не, может это я неправильно делаю, конечно. Но просто надоело. Да и круг топорный. Вот интересно, почему игра не подтягивает схему посадки именно вот к текущему аэропорту. Ну это же не сложно, это же в ней все есть. Ладно, сейчас увидим, что там. Четыре мили осталось. Фигня. Так, и вроде на верхней хатке у меня триммер. Кстати, вот когда я летал просто так, да, ну, без этого дополнения, я там самолет пересаживался. Вроде каждый раз что-то как-то вот по-новому, непонятно, что делать. А когда летаешь на одном и том же, к нему привыкаешь. Я вот на этой Верказябре уже как-то так руку поднабил, уже как-то так привычно, как на велосипеде ездить. Ощущение. Я к ней уже привык. Да, если я сменю на кукурузу на ту, блин, будет печалька. Но не печалька, но... Это будет опять непривычно. Плюс мне не нравится, конечно, схема. Ну, я про The Havilland DHT-2. Вот мне нравится вот такая схема с носовым колесом. Потому что когда два колеса впереди, одно сзади, ты когда тормозишь на аэродроме, самолет клюет носом, то есть он может через скапотировать. А тут можно тормозить вообще не бояться, он упирается передней стойкой и вперед не кувырнется. Не, понятно, что на тяжелых самолетах можно не бояться. Так, господа. Да. Автопилот отрубись. Закрылочки пошли. Газ ушел. Вот так. Никто ж не против. Я, правда, аэродром не вижу. Да хандрит.
Ох, это что-то мелкое, слушайте. Это реально какая-то мелкая срань. Ну ладно. Так, а что надо мной за тень пролетел? Там какой-то самолет надо мной, что ли? Видишь, по-моему, тень мелькнула по самолету. Оп, опять. А, это рамки. Все, я забыл, они же это... Они же материальны. Как эти... Реклама была давно. M&M, M&M's. Ну, конечно, дрожжет шоколадная. Деда Мороза когда увидели. Он настоящий. Тут такой, а, они настоящие. Ой, ёлки. Все, как все запущено-то. И ёлки, я прямо именно про ёлки. Эй! На, лендинг-то найс, у меня сейчас это взлетная полоса кончится. Ух, я шоссе переехал, видели? Ща, погоди, свяжемся. А. Uniform Sierra Echo Zulu Traffic Texer 001 is taxiing to runway 27. А может что-то намекнуть, куда мне ехать? Я что-то не понял. Я вообще шоссе переехал. Это очень странно. У них взлетная полоса через шоссейку проходит. Надеюсь, у меня машина не переедет. Причем тут тоже выкашено, смотрите. Тут тоже полоса. А, смотрите, сели не там. Я правильно сел. А, машины едут. Они будут меня давить. Чуть-чуть не сдавили. Тогда правильно я тут сел. Я сейчас прямо на точку встану. Все, вот тут. Кому не нравится, пешком дойду. Я про этих, про пассажиров. Транспортер. Disembarking of passengers can begin. Так, вы удивитесь, но игра не считает, что я выключил мотор. Ну, где мои деньги? Отлично. На здоровье. Так. Да сам ты ready for engine start. Так, главное меню. Так, а теперь не офлайн. Давай, мужик, тебя. Ты там где-то в Калмыкии, я так понимаю. И полетишь ты в Тихорецк. Нет, он не полетит. Тихорецк, у него груз не поднимается.
А, погодите, он же летит еще. Он выгружается. Так, давай себе найдем что-нибудь. Саратов. 160 миль. А вот это? Вот это за 7000. Ха! За 6000 сбросить груз. Криминал. Это наручники? Криминал. Квалификация не требуется. Слушай, прикольно, за 6 косарей. Либо за 9 пассажиров за 100 миль отвезти. Давайте груз сбросим, мы этого еще не делали никогда. Пыщ. Дальше. Ангар. Полбака, нормально. Самолеты. Бивер. Давай еще раз найдем. Под Курском. 344. Ну, как бы. Ешь корала, ближний свет, елки. Ну, знаете, я смещаюсь ниже, и видите, оно тоже продается. А деньги копятся. Между 344 и 278 разрыв небольшой. Но я вчера видел за 230 его. Я хочу в собственность купить, я не хочу в прокат. Так, топливо есть? Все есть. Хорошо. А, вот. Друг пишет, читай. Долетел. Что, под Волгоградом даже, да? Ну давай, из Волгограда в Волгодонск. Пыщ. Че по Тополяку? Нормально. Полетел? Он полетел, нормально. Вернемся к себе. Так, ну чего? А лететь не выше 1000. Вот она. Если что, вот тут особые категории грузов. Ночью лететь, ага. Смотрите сюда обязательно. Тас. Так. А знаете, что я не знаю? Пятый. Чем лук. Еще и мне лича и полетать дел. Хорошо. Так. Усис. Пошли. Ни хрена нереально. Вылет. Пункт прибытия. О, есть. Вот сейчас я буду сверяться. Так, в сторону Воронежа как бы лететь. В сторону Воронежа. Барановка. Красный Борщеева. А я что-то не могу понять, куда нам. Опять по этой папочке Беломора летать. Потому что координатами тут эта сволочь не заносится. Шубинская, Никольская. Я другие названия деревень вижу-то. Тут почти на Аугустмане.
PRG, допустим. Хорошо, давайте вот так. Пом. И где-то вот тут под штукой находится. Малое плавится, второе. Нижняя морловка. Плоская вершина. Панин Липецкий, Добринский, имени Ильича. Другие названия, Шульгинский. Там был Шульгинский. Тихонько, Добринка. Слушай, что-то такое. Или я уже путаюсь? Вот! Талицкий Чемлык. Нет? Пятый Чемлык. Вот Уград, что такое? В грязи. Не, ну мы не в грязи. Мы в Усмань. Большая плавица, Добринский. Челмык Никольская. Ну, короче, это здесь оно, Добринка. Имени Ильича, во! Политодел, во! Есть. Такое треугольное поле, не долетая Ильича. Вот оно. Как-то оно смещено. Короче. Добавить. Вот так. Все. Ну как все. Усис я выбрал. 367 фунтов. Сейчас доберем. Полная загрузка. А, он не покажет, что я не стартовал. Сейчас стартану. Hello, Captain. Nice to see you again. Ну, 60 фунтов лишних, не страшно. Pilot from dispatch. We need your help to deliver some goods. Don't worry. We're told it's just pizza. Сам Гудс, конечно же, сам Гудс. А как же еще-то? Pilot from dispatch. The pizza is being loaded now. Пицца погружена. Пицца, ёкарный бабай. Вся пицца на борту, конечно. Так я вам поверил, что это пицца. Транспортер from dispatch. The cargo is on board. You are clear to taxi to the runway and take off. Обязательно. Everything looks good from where I'm sitting. Taxi to the runway and take off. На тысячу. Так. Все норм. Блин, вы уверены, что я взлечу? Ну, должен.
А триммер это взлетное положение, типа, плюс 5. Ну давай. Блин, самолет, разгоняйся. А, ну ладно, там за дорогой еще немножко места есть. Я еще скорости не набрал. Но и у меня еще загрузка. Ну не очень мы гадлок. Иди нафиг. Высота, елки. Фу. Фу. Все норм. Фу. Так, вправо давай. А что скорость так падает? Вниз давай. Ага, мне туда, я понял. Сейчас я к этой куда иду. Чтобы на автопилоте. Да не ходи ты вверх, сейчас штрафуют же нафиг. Высоко летать нельзя. Я понимаю. А вот, кстати, какая тут высота у земли над уровнем моря? Непонятно. Ну, я поставил 1000, да? Блин, фиг ты снижаешься, мне страшно. Он совсем низко идет, вам не кажется? Да, чуть выше, и я буду спокоен. О, нормально. Или не очень нормально. Не, нормально. Так. А, вы всю эту жуть не видели. Вы висели мне оффлайн. Увы. Блин, вот в этом проблема, прыгать с двух окон. Ладно. Бывают накладки. Что поделать. Посмотрите, сколько у меня топлива. Будем надеяться, что я долечу. 58 миль. Не близко.
Я бахнул груза, табличку-то я забыл подлить. Интересно, навигатор-то заботится? Да, нормально все. Ну, высота 1100 у меня. Я думаю, тут довольно высоко все над уровнем моря. Но я не в 300 метрах над землей сейчас лечу, отнюдь. А выше 1000 нельзя подниматься. Вот я вот, вот я и не поднимаюсь. Так, питошка там включена на обогрев, все нормально. Оборот тоже, в принципе, нормальные. Так и полетим. Ну, давайте я для экономии времени поузну, что мы сейчас надо делать или... Так, пришло время высматривать, куда бросать. Если смотреть по курсу, вот тут, я чуть левее, чуть правее где-то на поле будет. К полю я уже причем подлетаю. А вот он, по-моему. Вот, извини. Где цепил сейчас вырвется? Остался он еще в бою. Вот вы видите, вот оно. Рыжий он впереди. Это оно. Остался засохнет. Там какой-то самолет, блин, висит в количестве, обратите внимание, странно. А, ну возможно она как-то вот использует их в качестве типа самолета. Да? Вот рыжий дым, это вот оно. Иди нафиг. Иди нафиг. Ниже. Ниже. Ты все влево тянешь. Давайте. Рыжий дым нам сюда. Ты что делаешь? Спил включен? Включен. Включен, навигация включена. Так. Чё у нас вообще? Меньше трех. Сейчас я вам покажу. Меньше 3 миль до зоны сброса. То есть я не попал. Полетели тогда без автопилота. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Самолет не хватало разбить. То есть все хорошо, только самолет остался. Глубануть. И все будет здорово. Так. Вот на чем пролететь надо? Откуда дым идет или там, где он более густой? Так. Навигация. Отход включен. Удержание высоты есть. Все. Кажется, сбросил. Pizza delivered. Pizza delivered. I have confirmation that the pizza has been received. You can land at any airport. Сесть можешь где хочешь. А бабло мне не перечислили еще. Ну ладно. Все. Теперь пилить в узком. 17%. Ну, я думаю, нормально.
Так, ну что, паузим и ждем Усмань. А, ну вот и Усмань. Как всегда, круг. Круг, кстати, с заходом из жопы мира. Ладно, берем управление на себя. Так, закрылки. Топливо, как видите, осталось вообще как нассал. А что так вверх-то ушел? А, потому что закрыл. Да, собираем. Закрылки выпускаем. Закрылки выпускаем еще. Обороты еще ниже. Так, аэродром в принципе вижу. Скорость большая, потому что я вниз иду. Прекращу идти вниз, скорость сразу уменьшится. Город такой, да, старинный. Смотрите на эти дома. Смотрите на этот падающий самолет, да? Ок. Так, со спуском чуть-чуть притормозим. А я говорю, сейчас скорость сразу падает. На подъем пошла. Ну, земля на подъем пошла. Давай чуть вверх. Вот вправо аэродром. Ух ты, какие тут леса-то. Ой, ёлки. Фига себе. Я иду не натурально, я взлетаю, я поднимаюсь. Потому что... Высоко. И знаете чего? Я вот не знаю, что тут с посадочной полосой, как всегда. Потому что я ее не вижу. Ее, походу, тут нет. Куда садиться-то? Эй, люди, у вас полоса есть. Вот эта полоса. Блин, похоже, опять снег. Окей, садимся на снег. Блин, ну заход из-за леса, это, конечно, 5 баллов. Причем лес на холме. Полоса? А, вижу полосу. Ну как вижу, ну это условная полоса. Какой хардлендинг? Где аэродром, хоть скажи? Такси парк. Мне кажется, или там у леса что-то моргнуло? Мне, видимо, показалось. Так, владелец аэропорта, я приземлился. Uniform Papa Romeo Golf Traffic Texer 001 is clear of the runway. Да-да, я освободил вашу полосу, которая не полоса них. Вообще не видно ничего. Ну как так можно? Ну идем к маркеру поеду.
Освободил я полосу. Ага. На остаток топлива плюхнулся. Знаете, такое впечатление, что вот тут кусочек асфальта маленький. Ну, такая площадочка, смотрите. А дальше трава. Видите, вот здесь вроде что-то есть. Ну, подъезжаешь, попадает. И все. А чего вы не чистите? Какой ready for engine start? Да, 6000 дали. Все нормально. Так, главное меню. Кай. Ну, я еще могу сюда добавить 36 с моей. Ну, мой самолет сдать. Летит. Сколько здесь контрабанды. Так, что по самолетам? Самый дешевый 3044 бьешь короле. Тоже вот тогда самолет захочешь, хрен купишь. За 417 у ПРГ. Прям тут в Усмане за 417 можно. Че по сертификатам? Я хочу, да, в 3 звезды. Вот рядом, в Воронеже. Так, у ОД. А давайте мы туда с грузом слетаем. А туда нет груза. Вот сюда есть поближе, к Воронежу. Курице. Я что-то совсем близкое, да? Вот это. За 3 косаря. А это куда? Это куда-то вдаль. Это груз сбрасывать. Что, вниз вообще ничего нет. Чтобы вниз лететь. Ну да, к Воронежу поближе. Потому что там можно на сертификат сдать. А это хорошо. Так. Мой дедук, ты где? В Волгодонск улетит. За 8000 он летит. Ну, нормально. А чё я все время по весу вниз? А, ну да, там же. Машинка-то. Так, топливо. Пыщу. Наполовину. За 3 цены спасибо. Давайте вот так. В этом аэропорту нет своей заправки, поэтому он хочет тронуть цену с меня. Имеет право. В принципе. Так, УПРГ. А летим в УОО.
придача, погодите. ОПРГ. У вас есть взлетная полоса? Ай-яй-яй. Хочешь туда лететь, хочешь сюда, все равно неудобно. Ладно. Да. У-у. О-о. И нажал на одну и ту же кнопку. Ну, клавиатура уже так порядком потертая. Наоборот, вернее. Че, серьезно? Не, погодите, это не оно. У-у, о-о. Черновицкая. А оно Петра Первого. Передача. Черновицкая, Воронеж. Подслетная. Что, так и есть? О-о-о. Да куда-то сбилось-то. Ладно. День включите. Ну, по месту вроде оно. Двадцать две минуты. Так, груз. 576. А сколько надо? 584 надо. Ну, пойдем. Полетели. Hello, Captain. Nice to see you again. Нормально. Hi, pilot. New mission, new passengers. Let me know when you are ready to start boarding. У меня вроде груз. The passengers are ready to board. I hope you have plenty. Пассажиры, что ли? It looks like they have gone crazy. Во, вот тут вроде видно более-менее. А, вот уже не видно. Так, пассажиры топчутся, все хорошо. Кашрвал включу. Такси не надо, питошки надо. Looks like everyone is on board, pilot. Let's get out of here. You're good to go. Contact the tower for clearance. Так. Закрылки выпустили. Ручник убрали. Так, она же мне сказала, что все хорошо, да? Да. Взлетаем. Но тут получше, чем предыдущий аэродром, который вы не видели из-за того, что не переключился. Там был прям пипец. Я прям это лыжами по деревьям ехал. Тут-то он что? И пошел я. Бон вояж, она сказала? А честно, типа, ничего, что я с вами французский, да? Автопилот, ты это что-то бразишь. А, все нормально. Или ненормально. Ну, вы смотри, как пилот себя, автопилот себя ведет. Аж бедный самолет у него аж матерится. Террейн, а что тебе террейн-то? С террейн все хорошо. Она внизу террейн-то.
Ну, конечно, он снижается. Эй, автопилот, ты охренел. ДМЕ-то, блин, не то нажимаю. Полторы тысячи. Ну, вверх идем нормально. Ок. Что нам пишет наш доблестный? Ну, в общем, взлетели, все хорошо. Воронеж имени Петра Первого. Сократили. Молодцы. Что на просто медленно. Режим включен? Да. На 200 футов в минуту стоит. Ну, в принципе, норм. Просто какой-то старт автопилота был странный, он самолет вниз повел. Самолет сидит, а что пассажиры не сидят? Надо посмотреть будет в настройке, пожалуйста. У меня сидели именно пассажиры. Так, ну что, 15 миль. А, падаем на паузу. Аэропорт уже близко. Я сумел отключить эти жуткие рамки. Правда, мне все равно, видите, говорят, проход в круг, все такое. На 30-ю полосу меня сажают. То есть сейчас лечу под прямым углом в полосе. Справа полоса будет. Ну вот так 270 градусов, да, 300 градусов. Ну почти прямой угол вправо полоса. Я надеюсь, что аэропорт большой. Ну полоса. Тут круг опять откуда-то из задницы. Ну, ок. Может, его, кстати, стоило бы вернуть. Потому что понять, как полоса расположена. Вот тут заход, понял. Да, я хоть посадку уберу. Я примерно понял, куда лететь. Автопилот свободен. Так, пошли. Вон полоса. Ить. О, не. Вокруг у меня будет свой собственный. Так, пошли вниз. Уть, резко. Я понимаю, что я резко. Беру. А смотрите, болото шикарно. Собаку до скервили гулять. Так, все, а теперь вы справа. Я тебе сейчас свалюсь, сваливаться он пошел. Андрей. Но тоже такое полностью я не вижу. Ладно, сначала сюда. Там будет видно. Незамерзшая вода в наших краях. Очень смешно. Так, стоп.
А, нет, нормально, все нормально. Немножко запутался. Полосат 300. Померещился. Вот, пошли. Ну, то есть полоса 30, на нолик выбираю. Сейчас вот отсюда будет заход. Вон полоса, я вижу. Отлично. Знаете, иногда подумаю, что удобнее из кабины летать. Ну, тут камера болтающаяся сзади. Ох. Наверное, сейчас я не рискну в кабину пересесть. Оп. Пересел. Хорошо с видом сзади лететь, но... Камера вот с инерцией, это, блин... Что, 150? Так, традиционно надеюсь, что я не на лыжах. Двести посадочной скорости, да? Nice landing, pilot. В этот поворот не успеваю. Сейчас. Обязательно. А, вон треугольнички. Обратно типа в аэропорт? Ну, похоже на то. Надеюсь, там есть разворот. Ну, раз треугольнички ведут, наверное, есть. У меня опять триммер включен. Странно, да? Я бы на нуле оставил. Может, задел. А, ну, пора не хватит. Вот диспетчер есть. Сейчас посмотрим еще раз самолет, потому что если прям дешевый, я как вижу, я готов к нему прям вперед за 5000, там, 6000. Ну, большой аэропорт приятный. А я причем даже терминал не выбирал никак. Я походу за меня выбрал. А, вот да. Не терминал, а парковка. Машина сопровождения, иди отсюда, машина сопровождения. Без тебя проеду. Ну, самолетики тут в большинстве небольшие. А где мужик с палками, который машет? Стоим,
ручник. Граждане, пассажиры, приехали. Транспортер. Disembarkation in progress. Stand by. Выгружайте. Где моя зарплата? Транспортер from dispatch. Disembarkation completed. Thank you. See you soon for another mission. Главное. You can start your engine now. Да какой там engine? Так, ну погнали. Бивер. Опачки! Вы вот это видите? О-о-о-о, это здесь. Это прямо, черт возьми, здесь. То есть можно его покупать. Так, секунда. Blackbird Simulations, Beaver. Я хочу быть уверенным. Да блин, выбор. Вот бивер. Blackbird. Все есть. А, вы не видели. Черт возьми. Викинг Air Limited, тут оно. Вот Blackbird. Все хорошо. Ну что-то берем крутничку. $249. Купить. Добавлено. Прекрасно. Что у нас тут? Только что он требовал ремонт? Не важно. Присадите меня, пожалуйста. Так. Ангар. Застраховать. На 2,5 косаря в неделю. Починить. 29 косарей. Ну давайте. Отлично. Все. Он есть у меня. Blackbird. Надо его. Ну там выбрать. Запомнилось. Чистых выпустить, хорошо. Далее. Это 1000 поднимает, это 867. Да, я думаю, я ему Cessna купил, я мне ни хрена не Cessna купил. Слушайте, вот его это X-куб. Мою Cessna превосходит вообще. Так, вернуть. Cessna, да, возвращаю. Мне вернули денег. Молодцы. Давайте еще так починю. Еще на 26 тысяч. Опаньки. Ну вот. 1700 он уже поднимает. И 5 пассажиров. Все. Сменил самолетик.
еще лицензию Apple вообще-то за 2 года. То есть это вот этот. Ну, сейчас по лапкам есть. А вот X-Купа, это что такое за зверь? Еще народ вот эту штуку дохваливает. Как бы он не турбовинтовый оказался. Так, ну ты че. Пошли ориены. ТБМ. Вот их скуп. Лишь вот этот у него. На удивление. Я думал, я ему Cessna взял. Вот таком еще. Самое то. Ладно, на этом давайте закончим. Я купил самолет. Жмите, пишите. До новых встреч.